Привет всем! Сегодня мы едем в московский океанариум Крокус Сити. Да. Сегодня 24 ноября, день матери. И в честь... мамку отмечать. И в честь этого, да, мы едем на такую небольшую экскурсионную программу. А утром что делает Маша? А вечером? Надо же, право. Наконец-то случилось. Выставка «Наш ледниковый период» там открылась. Сейчас я вам прочитаю, что. Выставка крупнейшего частного палеонтологического музея «Наш ледниковый период» открылась на третьем этаже Крокус океанариума. Основу коллекции составляют экспонаты, добытые на северо-востоке Якутии, Чукотке, Алтае, Южном Урале. Это скелеты животных ледникового периода, шерстистого носорога, пещерного медведя, бизона, лошади, даже мамонта. Давай, Маша, рассказывай, если колесо, это зачем? Если проткну... Смотрите, там... Негр. А слова нельзя повторять. Негр. И там дальше, видишь, и туда дальше подземная парковка. Она платная. Давай бесплатно встанем там. Приехали. Пойдем пешеходный переход. Такая не маленькая, да? Таксишка. Ага. Уме сколько для ног. Да вообще. Там можно еще один ряд поставить. Там диван. Вообще. А где мигалка включается? Кнопка есть? Макс, помаши маме ручкой. Сразу начали со сетров. Вот такие. Это ощупок. Черную икру выращивают так. Максюш, иди сюда своим животом. Очень удобно. О, мам! Прыщик! Прыщик! Мам, выдавишь? Ловите! Какую
Щука, щука. Щука, скажи, чили. Вот вас. Вот мы такой ловим. Это обыкновенный пескарик. Их нельзя трогать, вам же сказали. Какие волосы. Похожи на волосы. Никого дома нет. Уехали к бабушке. Ну, малятки аквариум. Какие малыши. Красивые. Ктинопома леопарда. Это вот такой в аквариум красивый, да? Бацие клоун. Кто? Бацие клоун. Видите, кто сидит в кустах? Какой непонятный, не знаю. Где? Да вот. Крысы партизан. А покажите, где? О, мам. Это их не королева. Вау. Мама, три королева. Сейчас. Меченосец. Смотри, какая королева. Это ее рабы. Мам, идем туда. Маша, иди погружаться в батискаф. Швы зашили. Скат, скат, плавать. Смотрите, скат. Там какой красивый скат. Это речные реки все до сих пор? Да. Скат речной раз. Речной скат есть, морской есть речной. А пойдемте туда. Смотрите, смотрите, больно. Там тут скат стрима. Слышишь? Если зрение рассредоточишь, смотри, как будто на тебя плывет в воде. Как будто, мама, это виртуальная реальность, да? Смотри, вот эти как будто на тебя плывут. Так
такой аквариум красивый дома. Передо мной поставить, туда сюда темно. Какая рыбка. Это рыбоёж. Нет, тут еще озёра. Три. Три. Так, задержим дыхание. Под воду спустились. Что-то пахнет. Ну что ты тут у него нюхаешь? Пятки? Нет. Да. Ладно, выныриваем. Что, Макс, нырнем? Давай. Давай, ныряем. Ой, как тут путно под водой. Да, ничего не, ничего не видно. Ладно, выныриваем. Фламинго такие маленькие ножки. Это думаешь, фламинго накакали, что не видно ничего. Вот там мы проходили по тому лабиринту, и вон там вы сидели, видите, вон там сидели вы. Ух, какая большая, да, смотри, рыба. Ничего себе. Вон обезьянка сидит. Привет, обезьянка. Ты где находишься? А, Маш? Машу. Расскажи нам, где ты находишься? В океанариуме. В океанариуме? А кто здесь живет? Какие? Морские. Речные и морские? Да, речные и морские. У них обед. А ты наш обед не взяла? А у этих руки как будто перчатки одели желтые. Это что же, как ты? Любят чили вот такие шубовщицы. Птичка, птичка Плющенко. Синистый броненосец. Куда идем теперь? Дать вниз? Смотри, камчатский тоже какой-то не очень. Это где? Да, камчатский. Помашите ручкой. Тут морской еж. Маша. Тут морской еж. Сейчас. Маш, что у тебя в носу? Еж морской? Пожалуйста, подними. Вот тебе дырочка, смотри вот сюда. Маша. Смотри, они не бьются просто. А это рыбка как будто из жемчуга, смотрите. А, нет, смотри, да? Там рыбка. Переламутровый. Смотри, там рыбка бургер переела. Это обман. Смотри, сколько рыбок там, да? Конечно, целая стая. И можно и поспать. Да, а вот вообще-то пора.
Птички все обгадили. Там рыбы пахнут. О, тут птицы теперь, да? Что, Маш, пахнет вкусно? Летучие мыши видел, Лёх, они висят? Вот! Летучая собака, а не мышь. Это вот марабу? Ань, африканский марабу. Тот самый мудрый. Ой, старый. Ну, там мутка валяется. Выше меня будет медведь, когда встанет, и так и заняла. Маш, как тебе мишки? Смотри, какой мишка, Маш. Какой обник. Такая маленькая пришла с медведем. Где там трогаешь? Вот его скелет. Потрогать хочется, хоть как он на ощупь. Жена сказала, не очень. Но мне кажется, что ничего такой приятный. У меня теперь рука древняя. О, рысь! А где тут скелет рыся? Зачем скелет рыся? А рысь, интересно, на ощупь как? Смотри, первобытный бизон тоже, например. Рысь тоже, как медведь. Бизон как войлок. Маша, смотри, скелет. Волк. О, авадьки. Авадьки, авадьки. Давайте. Смотрите. Да. А вот это кто? А это волк. Это я представляю по-другому. Это гиены. Да. А его нашли, да, он настоящий такой, ничего себе. Да. Он засох в воде, наверное, тут. Да, он засох. А это кто? Это мамонтенок живой, кто такой. Смотри, мам. Это который нашли в это, который к маме. С мама уже не видит, не дошел. А он, смотрите. О, ребят, смотрите, какой мамонт. Ого! Ничего себе! Вставай, пап, вставай. А я что, мамонт? А это кто? Скелет, ископаемая лошадь. Вот, да, вот кости-то эти лошади. Да, это эти лошади. Ты раньше так лошадь водила? Да. Да, ископаемая лошадь. Какая? Ископаемая.
копали. Фигурки из бивня мамонта. А вот так вот у меня вот так было. Да? Да. Закрывался у него рот? Нет, да. У него зубы вот туда вот. Да, у него вот так было. Мама, это мамонта? Да? А если есть мамонты, то где папонт? А? Бивни какие у него. Максим, а если есть, есть мамонт, рога? Где папонт? Да. Папа, а где ребенок? С ребенком. Уважаемые гости, прямо сейчас мы приглашаем вас в экспозицию Мария Океана. Там вы проходите в инфляционное кормление морских обитателей. Морских обитателей, да. Мы уже это... Не клюет на червяка. Иди за папой тогда, команду. Что, выиграла? Больно. По очереди и все. Прыгаются. Нет. Ну дай Максиму тоже покормить. Нет. А ну ладно. На, матку покорми. Не страшно. Там уже нет. Мне страшно. Да будешь мой палец. Максим, аккуратный. Ты наглый красный. О, высунул пасть свою. Что, Маш, едят? Да. Вот придумали развлечение, да? Развлечение для детей. Ну ты их держи, ты удобнее. Мам, ты что такая сладкая, голодная самая? Отдай ему, отдай. Мам, не отдавай. Нет, зачем? Да отдай. У других покой. Держи не крепко. Макс, поделись впечатлениями. Круто. Давай, всем дал? Вот так здесь происходит кормление рыбы. Крючка не хватает и лески. Смотри, мам, смотри. Давай, давай вот этому. Сухой. Наглый. Наглый. Наглый прыщ. Мы в джунглях. Джунгли, джунгли. Вы чувствуете джунгли? Джунгли. Проходите, мам, проходите интересно. В джунгли. Тут интересно, сидят птички, лягушки. О, видишь, какой домик? Тут маленькая бегала. Кто? Ты. Мне здесь нравилось. Выгляни в окошко, дам тебе горошко. Кукушечка. А вы не даете горошко? Да, у тебя горошко. Что вы делаете? На самом деле здесь ничего интересного нет. И жарко. И влажно. Кого поймали? Какие-то цыплят. Нет цыплят. Вот вон какие кузнечики большие. А, ничего себе, правда? Ой, мам. Это кто ты? Молочная змея. Как раз...
Вон она. Где? Найди. Какие-то пахноды. Сейчас как твою камеру. Ой, тоните. Скажите пару слов о своем пребывании здесь. Ой. Спасибо.